Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1819, тема «Смерть». Отцы познаются в детях. Владимир Мономах давал наказ на столетия вперед. Иаков, умирая, пророчествовал о будущем 12 колен Израиля. А когда умирали святые, то какие они давали наказы, серьезные или пустячные? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все просили не нарушать установленный у них устав, но иногда делали взаимосвязь с вещами обыденными и состоянием самой жизни. Может, это и нужно было тем людям, когда они были привязаны только к вещественным началам мира церковного. Как им говорить о том, что, чего сам их учитель не имел? Не мог же он завещать выйти им из монастыря и проповедовать миру? Не мог же он давать наказа распространять Библию и нести эту благую весть в массы о Христовой пролитой крови, если сам сидел в затворе? Вот они и наказывали то о мантии своей дырявой, то о свечах и лампадах, то о том, чтобы им память обязательно творили, и тогда просьбы их он будет выполнять. Было ли это сказано на смертном одре, или же это описатель прибавил? Но вот такое завещание не раз встречается, и это говорит мне... Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. 1 Тимофею 6.13. Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещеваю тебе. Житие Серафима Саровского, память 2 января, цитата. Так преподобный завещал, чтобы в созданном им христорождественском храме, где всегда должна быть читаема псалтирь, горели пред иконой Спасителя неугасимая свеча, перед иконой Божией Матери неугасимая лампада, и присовокупил, что если это завещание его будет в точности исполняться, Дивеевская община не будет терпеть нужды и бедствий, и масло на эту потребность никогда не оскудеет. Конец цитаты. Сколько раз о святых и царях говорится: умирали, насытившись днями, завещание подписано. Дайте старицу тем, кто друг, до слуги и до няни, и с особой строкою наказ о врагах оградиться от бывших с тобой за трапезой, их язвительном жаре и острых рогах, о замене их ног на протезы. Лично я не насытился. Хочется жить, умножая талант, разумение, писание, и в наследство друзьям ни вражду, ни ножи, но наказ не дружить с подлецами. Свой архив многотомный и опыт отдам, о врагах помолюсь со слезами. Да, тоскливо на сердце, что в битве не сам, а во всем и всегда они сами. Мне пророчат сегодня кудесники лжи. Все разрушится, в чем преуспел ты. Вражьи полчища жадно стоят у межи,
и терновников сход скороспелый. До меня умирал не один мономах. Домострой все дотошно разметил, но сегодня у многих ни слуг, ни рубах, и финал далеко как не светил. Я в друзьях долголетием не тешу себя, разве в первом полупоколении. Но враги, за их души я бился любя, вспомнят тысячу раз с изумлением. Божьей милостью мне удалось собрать в сжатом виде от церкви крещений. Этот труд оживет непременно, сто крат для Христа принесет приращение. В этом мире горниле не скучно летел, жаждал душу, характер возвысить. Что ж, пора отойти от судов и от дел, им другим мои тысячи писем. В них найдете ответ на кудрявый вопрос. Он бесхитростно прост, без лукавства. Да, я грешник, но верю, Спаситель Христос обещал даже мне свое царство. Помолитесь о мне. Ухожу не на день. Верю в силы молитвы за верных. Только влагу почувствует замерший пень. Вновь ростки зеленеют средь терний. 30 июля 2001 год. Игнатий Лапкин.